Пятый этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе», посвященный в этом году городу-герою Новороссийск, завершился в Никольском поселении. Теперь символы акции, черную бескозырку и копии пулеметной ленты и знамени Победы торжественно принял лесной городок. И спасибо главе округа Иванову Андрею Робертовичу за то, что вот 5 лет тому назад появилась такая идея. Надежда Васильевна Пономаренко сразу после окончания школы ушла на фронт. В составе своего полка она участвовала в освобождении городов Калинин и Великие Луки в боях за Белоруссию и Прибалтику. А после того, как наши войска выбили фашистов из Сталина, Надежда Пономаренко была демобилизована из действующих войск. По словам Надежды Васильевны, она довольна тем, что сейчас, спустя столько лет, имеет возможность передать свои эмоции и рассказать молодежи о том, что пережила наша Родина и русский народ. Я передаю все то, что я считаю возможным и нужным для нашего поколения, чтобы они в будущем так же честно, так же с любовью относились к жизни и друг к другу. Акция «Салют Победе» завершится в декабре 2019 года. Эстафета пройдет через 17 поселений. Тему шестого этапа определит Координационный совет ветеранов Одинцовского округа. Уже известно, что среди городов-претендентов есть Севастополь. Но все же окончательное решение будет принято позднее на общем голосовании. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».